День 23 февраля 2024 год. Всех мужчин с праздником. А мы идем кормить лосей. Первую партию мы уже отнесли. Увидели лосиху с двумя лосятами. Но, правда, лосята ростом с эту лосиху, но красивые. Правда, заснять я это все не успела, как всегда. Ну, может быть, повезет еще раз. Погода прекрасная, солнце, пушистый снег, красота. Вот так мы идем. Думали по чуть-чуть перетаскать, но потом решили, что в мешках проще будет. Идем вон к тем осинкам. Там мы видели лосей, собственно. И там мы видели деревья обглоданные. Так что туда мы сейчас и несем. Вот одна морковка выпала, я ее в руках несу. Ну, красота. Просто красота. Деревья, снежок. Правда, плохо вижу, что снимаю, потому что день очень солнечный. Прям как никогда. И снег искрится, искрится. Не знаю, на видео будет ли видно это все. Но снег прям сказочный. И очень-очень пушистый. Сейчас вот попробую. О. Кстати, на удивление, под снегом очень крепкий наст. Мы идем и не проваливаемся. Вот такое поле. Ну, погода, правда, действительно чудесная. У меня вот одна рука в варежке, другая нет. И, в общем-то, даже не холодно. На солнце даже греет. Хотя за бортом, я не помню, сколько машину показывала. 13, по-моему, мороза было. Но не чувствуется. Вон сколько следов. Вон сколько следов. Живности тут, конечно, у нас много. Сейчас как раз покажу лосиные следы. Вот как раз сейчас понесли туда, где мы заприметили обглоданные деревья. Вон там осинки молоденькие. Вот туда сейчас. Фух. Вон тут следов сколько. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Вот это лоси. Вот это вот следы тех лосей, которые мы видели. Вот они. Вот они. А. Ну, у меня нога, конечно, не самая большая, но все равно примерно понять масштаб можно. Вот оттуда они шли. Лосиха и лосенка. Лосята были очень большие, уже взросленькие. Так, сейчас мы будем высыпать капусту и морковь. А, да-да-да, сейчас покажу. Вот так вот лоси зимой питаются. Вот они. Вот они. А. Вот такое пиршество витаминное. Пусть кушают. Вон там еще вдали деревья обглоданные. Ну да, тут они постоянно, похоже, кормятся. Молоденькие деревцы. Ну, кстати, в основном осины. Березы, потому что вот стоит красивая березка. Она не тронутая. А осинки обглоданные. Видать, осина вкуснее. Да, лось, приятного вам аппетита. Вот летом на тех осинках и березках мы собираем березовики, подосиновики.
ранней весной там сморчки хорошие. Вот именно в том вот лесу. Зимой, конечно, все по-другому выглядит абсолютно. Сейчас тут только снег, и он заячьи следы. Вот туда, сюда бегал. Вообще тут, конечно, много кого водится. Зайцы, лисы, кабаны. Очень много кабанов. Косули, олени. Ну, лосей, да, лосей тоже много. Это, собственно, удивляет, на самом деле, потому что в 2010 году здесь был очень стильный пожар. Здесь был очень большой, большой, красивый старый лес. Вот это все, что мы сейчас видим, это, по сути, молодняк после того пожара, который вырос. Вот, считай, 14 лет прошло, да, почти уже. И тем не менее, все восстановилось, живность вернулась в очень большом количестве. Кабанов тут, правда, очень много. Ведь встречали мы их. Ну, лосей тоже постоянно встречаем. Зайцев с лисами тут, ну, это... Они снуют туда-сюда постоянно. Красивое место. Оно и раньше красивое было, до пожара. И сейчас восстанавливается и становится прежним. Красиво. Еще раз всех с праздником, Днем Защитника Отечества. Нам пора уже домой. Вот такое солнце у нас над дорогой. Чаю вкусного, крепкого мы уже из термоса попили. Лесу спасибо сказали. Ну, теперь до весны. Ждем сморчков. Всем хороших выходных!